Это Дёмина. А это мы, Латиномикс, которые приехали в Дёмина на отдых. Начинается наш тур. Да, как всегда, фитнес. Это будет весело, зажигательно, круто. Итак, погнали. По пути собираем команду. Так, еще одна к нам присоединилась. Мы же девочки, поэтому у нас большие сумки, которые не влезают в багажник. Забрав Лену, отправляемся в Ленту купить продуктов и еще кое-что. Наташа в раздумьях. Наконец-то мы отправляемся. После долгой закупки в Ленте, выбор вина и всего прочего. Ну, кто-то сразу взял вино, а кто-то еще только купил его. Да, у кого-то не хватило времени, чтобы выбрать вино. Нет, да, потому что включаем переговоры. Мы отправляемся в Дёмина. Вот там у нас негры сидят. Кубинские. Наташа пошла за стаканами. А как же без стаканов? Дёмина – это многофункциональный спортивный центр международного уровня с круглосуточным функционированием. Здесь созданы условия для подготовки спортсменов и проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону, а также представлен широкий спектр услуг для проведения корпоративного обучения, деловых встреч и загородного семейного отдыха. Мы прибыли в Дёмина. Наташа, не порти чужую машину. Еще и не пускают, да? Так, мы приехали и не туда. Попытка номер два. А, да-да, хорошо, что мы поехали пораньше. Вы посмотрите на нее. Нет, а? Реально, да нет, вот не, вот нельзя это быть загорелой такой. А это наш домик.
Репортаж. Давай. Ну все, все, проходи. Не мешай, не мешайте снимать. Туалет там. Так, там у нас веранда, вон там мужики работают. Ну, вообще, нормально все, даже камин. Вообще, вот даже камин есть, ну. А здесь еще одна спальня. Вообще все очень даже здорово. Отлично просто. А здесь еще такая душевая. О, там сауна есть. Прикольно. Да. Не, холодно, ее топить надо. И включать надо. Мне кажется, если не будет париться. Не знаю, правда. И Волга. Здорово. Вон туда. Улыбнись, Алексей. Сейчас вон туда. Переставим. Леха, улыбнись, вас снимаем. Добро сюда. Давай. Мы проголодались, и нам надо подкрепиться. Каждый занят своим делом. Паша, иди. Я пошла в машину. Иди, иди. Приехали наши другие девчонки. Да, вот, и вот такие вот маленькие девчонки к нам приехали. А как тебя зовут? Аф-аф. А это наши остатки едут. Давай, давай. Прямо! Встреча на Волге! Привет, бледнолицая! Самые голодные по второму кругу жрать собрались. Чай типа выпить надо. Вторая попытка выхода в Дюмино. Первая закончилась провалом. Опять столом. Ресторан. Но мы не туда. Мы типа на каток. Привет, бледнолицая. Идем в прокат. Ты выучила танец, Ира? Ты готова кататься на коньках? Нет. Придется. У тебя нет выбора. Мы рискнули выйти на лед. Иди, сейчас разобьешь. Я пойду сам выйду. Я вот тоже в коньках. Наташа, иди. Давай. Я следом. Пошла, пошла, давай. Первый пошел. Ёкарный бабай. Ой, мама дорогая. Я еще с телефоном был в руках. Вставайте. Так, тихо, все встали. Меня не трогайте. Не трогаю. Я с телефоном. Да куда поехали-то? Я еще... Вот так вот по забору и будем ходить. We'll be right back.
Молодец! Партер, парные танцы, партер и парные танцы, парень, и раз, девочки, и два, и раз, нет, с бледнолицами не танцуют, так, и раз, два, как будто меня слышат. Кто-то подбег, подкрадывается тут ко мне. Пошли парные танцы. Жарко, блин, вообще. Тройки. Партер уже был, латина всегда есть. Один уже откис. Так, там тройка. Пошла в тройках. А, это синхронное катание, я поняла. Синхронное, синхронистки в деле. Синхронистки и синхронист. Шампанское. А вот настолько много. О, там столько нас много. О, сколько.